Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Amazon Replay первый сервачок. Сегодня у нас будет новая серия, посвящена она будет казино. Сегодня мы попробуем подняться в казино, я с собой возьму 2 миллиона и посмотрим, в принципе, что из этого получится. Я думаю, вы знаете, как я отношусь к казино, я не люблю туда ходить и вообще я предпочитаю зарабатывать деньги на дальнобойщиках, либо там на рыбалке, а в казино ходить я не люблю. Но все как бы ради контента, пацаны, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте 200 лайков, выходит новая серия по Амазингу. Поэтому нити, ставьте лайк. И также, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Амазинг или Плей. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. А перед началом ролика хотел бы посоветовать очень классный конкурс от другого ютубера на 150 миллионов. Очень классные призы. Выиграть очень легко и просто, поэтому ссылочку на видео я оставлю в описании. Просто переходите на видео, смотрите, и там вы обо всем узнаете. Всем советую поучаствовать, потому что таких больших конкурсов я еще не видел. Поэтому, пацаны, повторю ссылочку в описании. Переходите на видео и смотрите. Все, пацаны, вот я и приехал в казино, деньги у меня уже на руках, я взял 2 миллиона, 5 тысяч на вход, в принципе. Чтобы понять, пацаны, я в этом году вообще не играл в казино, и последний раз я вообще играл в казино, ну, примерно где-то больше месяца назад. То есть, пацаны, как бы, я давно здесь был, и надеюсь, что мне повезет. Будем играть, я надеюсь, в хайдайс, потому что в кости я играть не хочу. Хочу играть вот именно в хайдайс, на крупные ставочки. Пацаны, кстати, кто не знал, я коплю сейчас деньги на го, у меня сейчас, по-моему, там 20 миллионов, точнее 40 миллионов. Даже 41 миллион, короче, у меня. Ну, если считать еще 2 миллиона, то 43. Я хочу поднять 50 лямов. Я хочу еще поднять хотя бы, ну, 3 ляма я подниму, и будет реально очень круто, потому что я хочу уже поскорее, короче, накопить 50 миллионов, и потом уже отложить эти деньги, чтобы потом купить новый тюнинг, новые машины Фому, себе, возможно, какую-то машину. Так, все, короче, вот мы начинаем играть. Ставочки здесь по 30 тысяч. Так, мне десятка выпадает, чуваку выпало 12. Даже обоим пацанам выпало 12. Блин, я надеюсь, что мы сегодня хотя бы уйдем хоть в небольшой плюс, потому что слить просто 2 миллиона я не хочу. Поэтому просто надеемся на удачу. Ну, ставки, конечно, здесь очень маленькие, но, в принципе, давайте хотя бы так поиграем. Потом, возможно, ставки будут побольше. Но, блин, хочется уже нормальные ставочки там. Хотя бы, ну, по 200, по 500 тысяч, по ляму. И тогда уже будет нормально. Вот, все, я выиграл, заебись. Так, тут уже ставочки хотя бы выше пошли, по 50 тысяч. Так, 5 у меня выпадает, и у него сейчас выпадет по-любому больше. А, у него двоечка выпала, отлично. Короче, вот этот чувак мне проебал 30 тысяч. И теперь мне пишет: отдай, пожалуйста, мне 30 тысяч, мы с тобой из одной компании. Блять, тебя кто-то заставлял играть или нет? Я просто не понимаю таких людей. Видите, он пишет: верни типа деньги. Я просто таких людей не понимаю. О, по 300 тысяч, пацаны. Вот это уже другое дело просто. 300 тысяч, пацаны, 300 тысяч. Это уже прям нормально. Бля, 10 выпало, сука, ему выпало 11. Так, минус 300 тысяч, пацаны, походу, сейчас будет. Вот это уже я понимаю, другое дело. Потому что по 30 тысяч, по 50 играть это такое. Вот по 300 тысяч это нормально. Вот, теперь ставочка, короче, до 500 тысяч. Вот это уже другой разговор. Так, бля, бросать или нет, пацаны, я вот не знаю. Либо сразу бросать, либо вообще не бросать. Потому что если сразу брошу... 12. Есть, пацаны, просто сразу плюс 500 тысяч. Потому что я уже в такой хороший минус зашел, поэтому мне нужно отбивать мои деньги. Вот, следующая ставочка, короче, 250 тысяч. Так. Бля, бросать или нет? 6. Бля, зря я бросил. Ну, в принципе, пофиг. 250 тысяч это не 500, поэтому я думаю нормально. А я выиграл! Ни хрена себе. Так, у меня уже 2,5. Так, 500 тысяч играем обратно. Фух, это, конечно, потненько, пацаны. 3, просто 3 выпало, блядь. 12 ему выпало. Ну, это пиздец, это просто слив. Это просто минус 500 тысяч, пацаны. Я просто в ахуе. Так, следующая ставочка 250. Бля, сразу бросать или нет? 7, 6. Блять, пусть ему упадет меньше, пожалуйста. Пусть ему упадет меньше. Я хочу отбить бабосики, блин. Я должен в плюс уйти. Пусть ему 3 там выпадет, я не знаю. Есть, плюс. Нормально, нормально. Но ему в 12 выпадает. Нормально, чё. 11, 12, у меня выпало 6. Ну, у чувака выпало 5, хотя бы меньше, чем у меня. Не так обидно. Ну, блин, я хочу поднять хотя бы, ну, 4 миллиона. Ну, хотя бы 3 уже миллиона. Бля, ставочка, пацан, 250 тысяч, и я проебал. Я проебал, у чувака просто сразу 12 выпало. Ну, давайте попробуем. 3 просто, блядь, 3 выпало. Это, блядь, как?
Просто тройка выпала, я проебал. Надо было не кидать, надо было просто не кидать. Минус лям, пацаны, просто минус лям сходу. Так, следующая ставочка 250. Бля, я, наверное, просто бросать не буду. Все, я не буду бросать. Пожалуйста, пусть выпадет хотя бы 7. Блять, а, у нас переб... Я не буду бросать, все, я не буду бросать. Сейчас ему 12 просто выпадает и пиздец, да? Я проебал, ему 12 выпало. Лям 300, следующая ставка, у меня даже столько денег нету, чтобы вы понимали. Так, следующая ставка на 125 тысяч. Я даже бросать не буду, все, ебалось оно в рот. Блять, просто я уже проебал лям, даже больше, я просто в минусе большом. Я, конечно, мог бы уйти, когда у меня было 2,5, но, в принципе, ну, это херня, пацаны, это не контент, понимаете, ну. 500 тысяч, ну давайте 500 тысяч, почему бы и нет. Тройка просто, тройка, сука, ебаная выпадает. Ну, блядь, как так просто? Как так? Ну, блин. Я просто сейчас солю все бабки и все. Ну да, пацан выиграл у него. Ну, давайте еще сыграем. Почему бы нет? Два выпало. Два просто выпало. Это, блядь, как работать? Я не понимаю просто. Как? У меня просто одни сливы пошли, понимаете? Я там пару раз выиграл по мелким ставкам. И еще там лямпу выиграл. И все, у меня одни сливы идут. Короче, пацаны, мой последний шанс. Я не буду бросать. Все, ебалось оно в рот. Я бросать не буду, потому что, когда я бросаю, мне выпадает какая-то дичь. Поэтому я бросать не буду. Мне не выпало что-то нормальное, я проебал. Ай, блядь. Конечно, поиграли, пацаны, мы знатно. Поиграли мы знатно, два ляма просрали. Я, конечно, был уверен в том, что я хотя бы немножко поднимусь. Я ушел в плюс за всю игру всего лишь на 500 тысяч. Не 3 миллиона, не 4 миллиона, просто на 500 тысяч и все. Я не знаю, пацаны, либо это мне просто так не везет, либо я играть умею, как бы, ну. Я уверен в том, что в казино нет вообще тактики, поэтому не нужно мне об этом писать. Это просто чистый рандом. Но мне сегодня абсолютно не повезло, я просто слил 2 миллиона. Вот давайте так договоримся, набирайте на это видео 300 лайков, и я пойду в казино на 5 миллионов играть. Вот все зависит только от вас. От вас отдача, активчик, а от меня видосики про казино. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.